Уникальный для Беларуси музей кота на карте Минска появился не так давно, в 2015 году. По своему формату он больше похож на кота-кафе. О том, что вы пришли в нужное место, сообщит небольшая вывеска, на которой по-белорусски написано «Музей кота». Дальше ориентируйтесь на наклеенные кошачьи следы. Они укажут вам путь к главным экспонатам заведения. Кошачья команда музея состоит из 18 пушистиков. Возглавляет ее директор и любимец публики – кот Пончик. Всех животных объединяет бездомное прошлое, они попадают сюда с улицы. Прежде чем предстать перед зрителями, коты проходят ветеринарный осмотр и вакцинацию. Экспозиция регулярно пополняется новыми экспонатами. Приглянувшегося обитателя музея разрешается забрать домой. Заведение это только приветствует. Каждый посетитель получает в подарок напитки и небольшие сладости в кота-кафе. Часть вырученных от продажи билетов средств идет на содержание бездомных животных и покупку корма. Если есть возможность и желание, можете стать волонтером и помочь музею с кормом. Полюбовавшись тематическими скульптурами, которые здесь экспонируются в качестве как временных, так и постоянных предметов, перейдите к играм. Гостям предлагается сыграть в кота-шашки, сложить кота-пазлы. А может, вам будет интересно узнать, что представляют собой игры «Кошка на стене», «Кот в сапогах». Любители чтения могут полистать книги, посвященные котам. Идти сюда советуют любителям хвостатых и обязательно с детьми. Они приходят в восторг от увиденных экспонатов.